Премьер-министр Ильхам Исмаилов поручил службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле и наладить четкое взаимодействие между всеми службами, в том числе соседними государствами, где находились эпицентры землетрясений. В этой связи, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам. В настоящее время в регионах проводится комиссионное обследование возможных разрушений зданий и сооружений, в том числе сельскохозяйственных гидротехнических объектов.